Алина, Новый год, новый сезон, новый старт. Два слова о короткой программе и о выступлении здесь, на чемпионате Европы. Очень тепло тут поддерживает публика, очень много русских флагов, которые очень мотивируют на хороший прокат. Прокатом я довольна, но есть помарки, с которыми я буду работать. Ну, я думаю, ты справишься, и успех, Полина, в произвольной.